Что случилось? Кто кого тянет? Печалька. Печалька. Опять легендарный у вас, да, всех вытаскивает? На самом деле оффроуд очень такой существенный стал, да, с тех пор, как мы приехали. Потому что весна, март месяц, земля ледяная. Верх растаял и образовалась очень такая нехорошая каша с сосновой льдом под ней. И ты считаешь, ты дальше своим ходом поедешь? У тебя блокировки стоят? Слушай, я, по-моему, здесь много материалов. У меня главное не оставить, как замыкающий. Хорошо? Это где дали, как писта? Где такие хорошие? Это дали на охоте на лис несколько лет назад, мы на УАЗе первое место заняли. В бендеровском броневике поганом, как его назвали все. Не дай бог, бендеровский это сейчас вообще нельзя называть. Вообще это тогда, тогда-то это еще не было, давай, вот так актуально. А давай. Сейчас они уже испортились. Нихера себе. Там жестко. Хорошая машина. Аккуратненько. Все хорошо? Все нормально, говорю? Алло! Алло! Ты замыкающий. Ну да, да. Да, не слышит он. Он тебя не слышит. Да, он сейчас на дорогу больше. Мазда в канале.
закрытая реклама Аризоны. Не, ну реклама, нам пока рано, когда многие организаторы начинают... Ух ты ж какая, ой-ой-ой. Они тут тоже проезжали? С краешек проезжали. Ты ничего там не стукнул снизу?